Всем привет, друзья! С вами Малдер, у нас Deus Ex. Черт побери, сейчас нам предстоит миссия. Именно стелс-миссия. Нельзя убивать врагов. Нельзя попадаться им на глаза. И вообще вести себя тихо. Что нам нужно по заданию? Ну-ка, давайте-ка мы глянем. Найти... Стоять нахуй. Погоди. Встретиться с Лиамом, с Лиамом Слейтером в главном офисе. Это доп. Задание, но оно не обязательно, как я понимаю. Подождите. Это уж... Найти ключ-карту к зоне обслуживания. Похоже, в Алекс-центре враг проник не только в главный офис. Лжеохранники Тарваса попадают в зал приемов через закрытую зону обслуживания за сценой. Мне нужно попасть на мероприятие и тихо снять охранников по одному, чтобы найти ключ-карту. Понятно? Нам надо снять охранников по-тихому, по одному, чтобы найти ключ-карту. Администратор. Ну, поехали. Эх, черт возьми. Из меня еще тот стелс-игрок-то, бляха. Ну, постараемся. Я даже оружие уберу. Постараемся все сделать тихо. Хотя, подождите, у меня же пистолет есть с глушителем. Пистолет-то может нам пригодиться вполне. Почему бы нет, собственно говоря. Вот это... А, тут же не запретная зона, ты правильно? Так, я в главном зале. Вижу охранников, но у кого ключ-карта, непонятно. Да тебе долго искать не придется. Их всех вынести надо. Нельзя же никого оставлять, так? И действуй тихо. Я рядом с тобой. Давай, скоро увидимся. Здесь сходятся Тихоокеанская и Арктическая плиты. В последнее время сейсмическая активность от Аляски до Чили заметна. Известный сейсмолог... Ну чем не тишина, блядь? Это очень сложная проблема. Сейсмическое давление... Бляха-муха. Ты должен был сдохнуть, Адам Дженсен. Эй, подожди. Не надо нам эту хуйни. Подожди, как-то, блядь, надо... Главное меню. Нам надо по-тихому все сделать-то. Как так, нахуй? Это, блядь, не очень хорошо мы сейчас с вами сделали сюжет. Загрузить игру. Последнее автосохранение. Давайте вот так тогда загрузим. Да, это может быть как раз мы выйдем из лифта. Все испортила баба, блядь. Вот все испортила баба, твою мать. Она нас засекла. Почему? Что за хуя, я еще тут, что ли? Ёб твою мать. Испугалась она, нахуй. Знала бы, что тут происходит. В колготке бы не ссала. Поехали! Покидайте запретную зону. Мы сейчас убираем оружие. На всякий случай, у нас пистик есть. Можно, конечно, его грохнуть по-тихому. Прям тихо-тихо. Но опять же, баба. Опять же, баба. Может быть, спуститься нам вниз. Может быть, нам не этот охранник-то так, нужен. Я в главном зале. Вижу охранников, но у кого ключ-карта, непонятно. Да тебе долго искать не придется. Их всех вынести надо. Нельзя же никого оставлять, так? И действуй тихо. Я рядом с тобой. Давай, скоро увидимся. Между прочим, их много. На самом-то деле. Ну-ка, что тут такое? Карманный секретарь. Мистер МакГоун. Письмо. Тут ничего интересного нету. Одну минуту, сэр. Гости не должны проходить из главного зала в мезонин. А я надеялся оттуда полюбоваться на праздник. Боюсь, это невозможно. Оставайтесь в главном зале. Сюда спасибо. Нельзя. А у меня идея. Мы сейчас лифт откроем. Его мы чканем. Блять, а вот с другими что делать? Камера на меня пялится как-то. Подозрительно. Так. Я надеюсь, лифт не закрылся. Да, блять, уйди ты нахуй. Дженсен, как твои дела? Пока никак. У одного из них должна быть ключ-карта. Обыскивай лучше. Где? Сам наберу. Археологическая страна. Ох, бля, чуть не запалились нах.
У одного из них должна быть ключ-карта. Хорошо, но мы не запалились, это хорошо на самом деле. Это круто. Оружие забираем. Сохраняемся. Я сохранился? Да, сохранился. Еще бы вот сюда залезть. Отключить все эти ебаные камеры. У меня идея. У меня идея. Прекрасная идея, между прочим. У нас же есть автоматические выключалки. Использовать. Сейчас, пока камера крутится, мы отключим замок. Потому что пока, если я буду ломать его, наверняка пройдет очень много времени. Все, начали. Начали. Запретная зона. Закрываем дверку. А в окошке тоже нахуй. Есть. Так, пистолет. Пистолет. Уберем пока что. Газетка. Что такое, я-то спрятался, что ли? Что, блядь? Секунду, не на то нажал. Опа, программки есть. Ученые... Так, это мы читали с вами. Про то, что ученые критикуют Китай. Очень много... Блядь, парализующий пистолет. Нахуя я его взял? Идите нахуй. Надо его выкинуть. Выбросить. И что-то еще мы тут взяли с вами, что нам не нужно. Это что? Система лазерного наведения? У меня их две, что ли? Да ты чё? Систему гранату оглушающую. Выброшу. И вроде бы у нас все. Остальное пригодится. Тогда, подождите. Система лазерного наведения. Соединить. Так а мы разве не соединяли вот с этой хренью-то? А, или мы просрали тогда? Да-да-да. У нас не сохранилась она. Ну ладно. Еще раз сохраняшечка. Там что такое? Люк, что ли, блядь? Ёб твою мать, люк. Отлично. Сисуриту. Третий уровень. Третий уровень сисуриты. Спокуха. Один? Один, есть. Доступ разрешен. Камеры все выключим. Все камеры выключим. Отлично. Камер больше нету. Тогда. Все, выключили. Замечательно. Сейчас мы сюда пролезем. Посмотрим, что здесь. Может, как-то удастся сзади вот того охранника пролезть. Ну-ка нахуй. Блять, тут их несколько. Тут их несколько. Стелс, блять, вот он. Самый что ни на есть. Здесь охранник у нас стоит, да? Это дверка, что ли? Отметили? Так, тихо. Мужик, спокойно. Понял. Понял, так понял, блядь. Надо его затащить вот сюда, наверное. Давай, вот, все. Его тут никто не найдет. Это замечательно. Это прекрасно, я бы сказал даже. Вот еще один идет. Но не снимай палец с крючка. Стоп, а я его обыскал? Уже немного осталось. Патронов нет. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Так. Еще один. Сейчас мы его тоже сюда вот засунем. Пускай, блять, хорошо пока все идет на самом деле. Что, недостаточно энергии? А для чего у меня энергия была? Правда? А в чем тут выгода? Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Из-за проблем с безопасностью мы решили не пускать наших гостей за пределы нижнего этажа. Мы закрыли мезонин, код 1515. Понял тебя. Код 1515. Так, я сохранил? Сохранил. Вот здесь, судя по всему, еще... А, нет, не здесь. Где-то здесь еще есть охранник-то, блядь. А где он? Не вижу. Может, стоит пройти дальше? Блядь, вот это вот интересно на самом деле. Уже ни на что повлиять не удастся. Так, где-то внизу, наверное. Как я предполагаю. Ну, хуй знает. Давайте ломанем. А, 15-15 у меня есть. 15-15. Все, открыто.
Сохраню. Чемодан, блядь. Сука, мне не нужен он. Оп. Мне надо спрыгнуть, что ли, вниз? Ну подождите, вниз. Тут еще же есть охранники-то. Где вот они? Так, один вон. Сейчас мы его снимем. Готов, нахуй. Сука, нет ничего. Так, а тогда у нас где еще один? Один еще вот где-то здесь, я как полагаю, да? Замок, что-то тут, блядь, сохранюсь. А мы его пизданем? Готов, нахуй. Вот это круто было, блядь. Еще. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Снял еще одного. Иван. Понадобится доступ к паролю к терминалу Арктурус. Арктурус есть. Замечательно. Это неплохо. Мы уже, кстати, много охранников-то поснимали. А где еще? Здесь мы были. Может быть, ниже придется спуститься. Скорее всего. Тут ничего больше нет. Я больше ничего не вижу. Вон охранник идет. Блять, он сейчас меня засечет. Хотя, вряд ли. Я, наверное, успею добежать. Тут никого? Или тут стена, блять? Блять, тут вообще стена. Стоять, а как же мне туда пройти? Как же мне туда пройти? Сигануть сверху вниз? Попробовать, во всяком случае. Потому что других что-то вариантов я и не вижу. Там двое. Хоп. Получилось. Надо аккуратненько, как-то их снять. Хорошо, хоть это самое, блядь, стекло нахуй непрозрачное. Вон кусками только появляется. Есть где спрятаться-то. Вон охранник-то, блядь, который нам нужен, судя по всему. Он, блядь, внизу, что ли? Да ладно, нахуй. Он в самом низу, походу, а? Так, охранник. Готов. Одни у них эти самые, блядь, лежат. Затопление. Это нам не интересно. Так, пойдемте еще вот того вот снимем. На всякий случай. Он нам не нужен, блядь. Лишний свидетель. Просто-напросто. Не поворачивайся, блядь. Вижу контакт. Тихо, блядь. О! Так, погоди-ка, он не успел, походу, передать, да? Ну, по крайней мере... по крайней мере, это самое... Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Так, по заданию. Ну-ка, смотрим, что там у нас. Праксис у нас один есть? Дополнительно. Тихо нейтрализовать 7. Ага, 7 из 11. А мы что, уже практически всех нейтрализовали, что ли? Вон там внизу, блять, там внизу они. Они все внизу. А как мне туда вниз-то спуститься? Там, наверное, запретная зона какая-нибудь. Или нет? Тут есть охрана? Так я, блять, по лестнице сейчас спущусь. Да и все, типа я как этот, отдыхающий, ну. Правильно? Я тут что-то никаких дверей-то, блядь, не наблюдаю. Коробка. Малая метка, проверяю. Блядь, ну засек, что ли? Ах, блядь, засек, сука. Так, где я тут?
Как далеко, а? Как далеко мы с вами ушли? Секунду, подожди. А что далеко-то, блядь? Только двоих ведь мы вынесли. Мы вот сюда вот спрыгнули. Как поняли доклад? Подозрительный? Как нахуй подозрительный? Спокуха, блядь. Подозрительный. Ты смотри, блядь, какой подозрительный, а? Сейчас мы тебя вырубим, козла, блядь. Такого подозрительного. На, сука. Отлично. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Сейчас вот этого еще снимем. Надеюсь, этот урод слово сдерт. Прием. Двойное подтверждение. Блядь, что такое? Ну почему, сука? Я же нажимаю. Он, я думал, он чуть поближе будет. А он козлина, блядь. Сейчас. Не, я эту миссию не провалю. Я ее уже проваливал. Не хочу больше проваливать. Сейчас снимем всех, блядь. Пометить? Где? Кто, блядь, меня засек? Ага. А, этот бежит. Ну и хуй с ним. Это вот мы сейчас вырубим быстро. Подозрительного, блядь. Блядь, музяка такая играет, нахуй. Не знаю, слышно вам будет, не слышно. Так, есть. Этот готов. Оружие где? Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Оттащим его вот сюда, вот, наверное. Я схожу. Так, что там у него? Сейчас мы его снимем. И сохранимся прямо здесь. Он где-то тут прям неподалеку. Ох ты ж, блядь, вот это стелс, нахуй. Так, тихо. Оп. Чуть было не заметил. Подождем. Подождем. Вот козлина, блядь. Как он. Он чуть дальше, блядь, на трой, блядь. Там пошел где-то. Я уже не смог его зацепить. Нет, нам это не надо. У нас там еще охранник есть. Так. В зале приемов. Какая-то дверка. Подожди, а это что за дверь-то у нас? А мне сюда и надо. Мне нужно ключ-карту как раз вот сюда. Сохраняемся. Вон он ходит там. Вон эта тварь там ходит, охранная. Во! Отлично, блядь. Отлично, сейчас мы... Где вот? Вот это охранник, да? Еще один здесь. Как бы мне его снять-то? Перехожу на новый участок. Подтвердите. О, всральник, всральник идет. Смотри-ка, блядь. Ты прям молодец, нахуй. Ты прям вообще гений, на. Готов. Ключ-карта. Ключ-карта у меня. Скоро буду в зоне обслуживания, как слышите? Миллер! Дженсен, вы там? Эти суки растяжек на лестницах понаставили. Вы как? Это бомбы? Нет, не они. Малая мощность. Я в порядке. Слушай, мне придется обходить все это дерьмо. Теперь не скоро до тебя доберусь. Не волнуйтесь, я разберусь. Берегите себя. И, Дженсен, слушай, нам повезло, что меня тут не завалили после такого шума. Так что ты зачисти весь главный зал, прежде чем дальше идти. Конец связи. Конец связи. Я этих специально засунул туда, в эту кибитку, блядь, чтобы мало ли что, блядь. И этого-то вырубил, чтобы не паниковал. Секунду. Сейчас мы тут сохранимся. Охранник. Охранник тут у нас есть, да? Так. Не заметил. Блядь, ну как так, нахуй? Ты заметил, что ты хочешь сказать? Паника. Ты должен был сдох. Паника, блять, этот сука гандон запаниковал. А как бы, блядь, мне вот привлечь-то его сюда, чтобы он тоже в сральник-то зашел?
Этот очкастый хуила, блядь, сейчас подойдет сюда, правильно? Эй, дядя, иди в туалет, блядь, ты не хочешь поссать немножко? Ни о чем не волнуйтесь, прошу вас, вы в полной безопасности. Гражданский, блядь. Чё ты тут на своем, блядь, телефоне, чё такое? В телефоне щелкаешь. Может, его грохнуть нахуй по-тихому, а? А, все, погоди, погоди, очкастый уходит. Очкастый уходит. Так. Так, блядь, ну как подозрительный-то, почему? Хочу есть. А кто меня подозревает, кстати сказать? Тут целый, блядь, толчок сейчас переполнен будет. Ай, бляха. Не, ну он закрылся. Все, подозрение снято. В женский что там происходит? Баба есть? Сейчас хуя, блядь, растележилась тут какая-нибудь мадам. Нет, баб нет. Так, 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 9 охранников мы нейтрализовали, еще 2 осталось по заданию. Это случится рано или поздно. По заданию еще 2. Где тут еще один? Ага, у нас еще один вот здесь вот стоит. Так, ну можно сделать, конечно, красиво, блядь. Вот, допустим, вот так. Что такое? Опять подозрительнее что-то? Где ствол-то у него? Вот. Это не то, на что я рассчитывала. Подозрительный. Кто-то лезет, блядь, гляди-ка нахуй. Это случится рано, что-то. Карманный секретарь. Блядь, что-то там карманный секретарь. Проеб. Подозритель вы... А кого? Кто подозрительный тут был? Эй, ты! Да, ты! Это случится рано или поздно. Ты мне? Чё, хуила, блядь. Налил зенки нахуй. Выебываться начинаешь. 10. Ну-ка, у нас праксис-то, блядь. 2 праксиса, между прочим, доступно. 2 праксиса. Маскировочный имплант. Не очень... Хотя, хрен знает. Блядь, уж больно очень много он энергии порит. Маскировочный имплант. Это что? Позволяет разломать оружие патрон. Нет, это нам не надо. Выстрел наноклинком. У нас нет боеприпасов к нему. Патроны Тесла нужны. Это что? Взлом электронных устройств на расстоянии. Блять, вот это, конечно, хорошая штука была. Я про нее совсем забыл. Выстрел ударной волной. Ускорение центральных аугментаций. Рывок вперед на большой скорости. Все не то, блядь. Вот эти, как они ввели вот эти вот экспериментальные аугментации, они нахуй не нужны. Ну вот как по мне. Ну, кто вот ими пользуется? Я не знаю. Может, какой-нибудь задрот, блядь, прям. Отображает дополнительные значки для отслеживания целей. Хуй знает, вот это может быть сделать нам. А это что такое? Понятно. А это что? Блять, да нахуй, давай возьмем невидимость. Невидимость. Низкое энергопотребление. Это что? Среднее, низкое. Повышает длительность эффекта невидимости. Вот. Эффект. Эффект невидимости у нас теперь есть. Вон еще охранник, гляди-ка нахуй. Блять, стоп, 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 стоп. Извини, мужик, я не хотел. Надо его вырубить. Сейчас он обратно пойдет, и мы его там загасим. Козла. Эй! Идите отсюда. Ты че, блядь, мозги имеешь? Иди нахуй отсюда. Кажется, я перебрала. Перебрала? Можно мне еще бокал? Пьяная баба в пизде не хозяйка, значится. Перебрала она. Сюда я не запрыгну. А, хотя я могу... Нет, не могу. Все, он ушел. Уходит, уходит, уходит. Да пошли эти. Малая метка. На нахуй. Так, Мак,
Я разобрался с врагами в главном зале. Там чисто. Понял тебя. Теперь иду в зону обслуживания. Чё такое? Блять, огнетушитель-то кто тут уронил? Это возьмем и это возьмем. Так, карманный секретарь. Все, нам ничего больше не надо. Можем идти спокойно. Ох, бляха, а я вот тогда, помню, тут бойню устроил, и у меня что-то... То ли концовка плохая какая-то получилась, то ли что, хуй знает, уж не помню, давно это было. Сохраняшечка. Карта. Открываем. Так, Миллер, Макриди, я в зоне обслуживания. Дженсен, у меня, походу, связь еще от взрыва не отошла. Миллер с тобой говорил? Нет. Миллер, вы нас слышите? Господи, да это какой-то сумасшедший дом. Не удивлюсь, если в воздухе чего распыляют. Ладно, я тебя слышу хорошо, так что держи меня в курсе. А почему здесь показывается, что мужик как будто бы стоит? Перед отлетом надо убрать трупы. А его тут нет у нас. Стоп, сейчас тут охранник пойдет еще один. Оба, там можно в окошко пролезть. Блять, уже... А, погоди, успеем. Подозрительный. Сейчас он сюда зайдет, блять, и мы его ебнем нахуй. Этот ушел. Блять, нет, смотрит. Смотрит, сука. Их тут двое. Отбой, тихо. Понял. Сейчас подойдет сюда, сучонок. Двойное подтверждение. Блять, энергии нет у нас. Оружие заряжено, материалы. Удачно. На, тварь. Удачно. А у него нет ничего, нихера себе. Вот у этих винтовочки-то уже пободрее будут. Это что такое? Сука, патронов нет у них нихера. Охранники, патроны, Эми. Кредитный, ой, господи, этот самый. Шон, что-то там, блядь, каких-то коробок не хватает, но нам до пизды. Может быть, проверить ящики? Есть смысл, смотри-ка. Куртка, эмиграната. Блядь, эмиграната, оказывается, минная основа. А, мину нам надо выкинуть. Она нам нахуй не нужна. Детальки. Ничего. Граната и ничего. Блядь, ящиков как много, а? Патроны, дробовик. Шприц гипостима. Треугольный код. Сейчас тогда здесь еще просмотрим все. Детали для... Нам патроны от винтовки бы вот не повредили. Пистолет. Мина. Блять, и минами ведь наверняка кто-то пользуется. Нахуй они нужны, блять. Зачем? Открой, что такое? Я там труп, что ли, тут? Обезболивающее. Все, ничего, наверное, тут нет. Газетка. Тут про ученых, которые Китай критикуют. Вот там мужик стоит, прям. Смотрит в стену, блядь. Но тут никого. А мне невидимкой-то как стать, блядь? На F2? Я невидимый, да? Нихуя себе, блядь. Меня зовут Пророк. Меня зовут Пророк, блядь. Хорошо. Можешь пиздануть пойти вот этого гандона? Где он здесь? Он в комнатушке что-то там... Ага. Это типа охраны. Бля, он сюда идет, гляди-ка нахуй. Готов. Патрошки. У тебя что? Пистолет. Вот эту хрень возьмем. Стоп, червь. Стоп, блядь, ящики опять. Опять ящики. Что ж такое-то, блядь? Сегодня на ящики везет. Транквилизаторная винтовка. Коробка здоровая.
Возьмем вот это. И слушай, а там что-то он какой-то ключ, что ли, лежит? Ключ карты к тайнику охраны. Нихера себе, блять. Ну-ка, где она? Используется для получения доступа к тайнам охраны. Обалдеть, блять. Кредитный чип. А где тайник-то охраны? Мне прям интересно. Компьютер. Компьютер. Нет, тут ни хрена нету. Вот мусор возьмем. Ни хрена нету. А где же тайник-то, блядь, тогда? 380 деталей у нас доступно, да? Можем что-то сделать. Ну-ка, давайте глянем, а что мы можем сделать-то на самом деле? Мы можем улучшить... вот так, боевая винтовка. Модифицировать. Эй, что за хуйня? Короче, прикиньте, игрушка вылетела, блядь. Я хуею просто. Стимовская игрушка вылетела, блин. Крайне редко такое бывает. У меня, во всяком случае, не знаю почему. Что-то пошло не так, видимо. Ну да ладно, продолжаем. Миллер. Макриди, Миллер ранен. Нужна поддержка, я в зоне обслуживания. Дженсен, господи. Не двигайтесь, Джим. Помощь скоро прибудет. Нет. Нет. Оставь меня. Ты должен найти Брауна. Предупредить его. Золотые маски. Они отравили шампанское. Отнесли в переговорную за главным залом. Я хотел их... Хотел остановить. Но ничего не вышло. Они используют орхидею. Нужно... Ты должен быть мертв, Дженсен. Но ты приходишь сюда. Приводишь друзей. Вынуждаешь меня менять планы. Так отравить Брауна и делегатов твой запасной план? Прости, он не сработал. Ты видишь только часть картины. Возможно, ты спасешь этих богатых ублюдков. Возможно, в каком-то светлом, гипотетическом будущем это возместит нанесенный ущерб. Восстановит свободу, равновесие. Улучшит жизни аугментированных, таких, как мы. Но сегодня из-за тебя придется принести в жертву сотни мужчин, женщин и детей. Из-за твоего вмешательства мне пришлось заминировать жилые высотки. Я могу послать сигнал на детонацию в любой момент. Но если ты прямо сейчас придешь в выставочный зал, возможно, это не понадобится. Мы можем избежать очередной ненужной трагедии, брат. Если ты быстрее доберешься. Покрытие. Бомбы. Они... Я слышал. Не знаю, успею ли их найти, но я уже иду туда. Твою ж мать! Дженсен, останови этого маньяка. Я все-таки выберу остановить именно Марченко. И придется пожертвовать многими жизнями. Выбор очень трудный, но... Другого выхода нет. Просто-напросто. Другого выхода действительно нету. Так, я правильно иду-то? Угу. До взрыва высоток. А когда должен произойти взрыв высоток-то, я что-то не пойму. Я тебя тут вот сохранюсь. Где он? У меня были билеты на космический курорт. Ага, сюда нам надо идти, да? Вот здесь он, это 100 пудов. Или не здесь? Подожди-ка, блядь, а где же он? Да. Дженсен, что-то не так. Браун и его гости в опасности. Я их больше не вижу. Марченко угрожает тут взрыв устроить. Под угрозой сотни жизней. Всего лишь сотни? Если Браун и его гости погибнут, общечеловеческих прав лишатся миллиарды аугментированных людей. Они официально станут низшим сортом.
Этого нельзя допустить. Сука. А ведь точно, а ведь он прав. Найти и защитить делегатов. Да. Да, конечно, да. Блять, это очень тяжелый выбор на самом деле. Найти и защитить делегатов. Я ведь действительно спасу очень много жизни, если я защитю делегатов. Твою же мать, а. И высотки-то тоже хочется как бы сохранить. Кажется, я перебрал. Хорошая. Так, а куда идти-то нам? Я что-то не пойму. Делегатов. Подожди, а что мне тут делать-то надо? Я возвращаюсь обратно, что ли? А, тут два пути-то, блядь, все правильно. Два пути, ладно. Я, кстати, выбирал Марченко, я помню, когда играл первый раз. Ну что ж, давайте выбор сделаем сегодня такой. Защитить делегатов. Нет, пока ничего. Небольшое происшествие. Устраните эту цель! Бляха-муха, я думал, тут нет никого, нихуя себе. Так, тихо. Дайте-ка я пробегусь просто-напросто. Я просто убегу. О, мина нахуй, отлично, блядь. Меня сейчас ёбнут эти суки. Так, вон он. У нас потери. Так, ах ты ж, блядь, ёбнулись, суки. Подождите, я что-то не... Я думал, тут нет нихера никого, а тут... Бляха. Сейчас загрузим. Ну, я тут ломанулся. Что-то не посмотрел на карту, ты затупил. Тут же, блядь... Я бы лучше выпил за акт о восстановлении. Правда? Защитить делегатов. Это вот... Нет, это, наверное, дискотека, что ли, или чего, блядь? Куда же мне надо идти-то? Здесь я пройду? Пройду. Или не пройду? А, здесь припасы лежат. Карманный секретарь еще один. А, здесь даже есть туннель этот самый. Вентиляция. Какая-то, блядь, диафильмы, что ли, они тут смотрят? Берем. Тогда сейчас вот здесь вот сохранимся. И, друзья, продолжим в следующей серии. Чуть покороче будет серия. Как раз, наверное, я думаю, в следующей-то и будет заключительный. Посмотрим. Поиграем, увидим, как говорится. Но очень интересно, на самом деле, чем же все кончится. Мне, блядь, самому-то интересно, но я этот путь не выбирал. И с вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.